Две минуты без голов. Такое в баскетболе случается крайне редко. То ли сказалась усталость после предыдущей игры, то ли команды, придерживаясь тактики, специально осторожничали. Гости, раздосадованные поражением в стартовом матче, открыли счет первыми. Но на успешное начало динамовцев иркутяне ответили трехочковым броском Константина Глазырина. До середины первой четверти было сложно понять, кто лидер. И все же иркутяне перехватили инициативу. Но наставник оранжево-черных отметил, для победы этого мало. Как и вчера, смогли выстоять, да, подтянулись они, другого не могло быть, да, в преддверии плей-офф, да, в преддверии в борьбе за места, по-другому быть не могло. И концовка вчера удалось ее избежать. Сейчас были на грани поражения, брось они-то трехочковый забей, у нас бы не оставалось шансов. Нам повезло здесь, можно так сказать. Во второй четверти команда из Майкопа попыталась навязать свою игру. Динамовцы постепенно сокращали отрыв от хозяев паркета, которые, впрочем, тоже старались не отставать. Разрыв сокращался, но весь матч в счете вели иркутяне. И все-таки в конце адыгейцы были близки к тому, чтобы изменить счет в свою пользу. В концовке игры обеих команд подвела реализация. Набранное по ходу матча преимущество в итоге помогло Иркуту. 76-74. Вся игра складывалась очко в очко, без явных провалов. Ну и в конце, конечно, не довели до разумной атаки. Все могло решить в последней атаке, но случилось так, как случилось. Могло закончиться по-другому. Все решал один бросок. Следующую серию из двух игр Иркут проведет на выезде. 8 и 9 марта оранжево-черные встретятся в Магнитогорске с местным «Динамо». Александр Гаврилов, Кирилл Шилин, Игорь Баранов. Новости сейчас.